Мы прессуем Антру, интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверит ли она нам в свое биополе на период сеанса. Она доверит, но ей голограмма мешает. А у нее голограмма впереди. Я не пойму, и... одна или голограммы, или голограмма, я акустически не слышу. Одна голограмма перед ней, и у нее еще как гудрон до да, середины бедер снизу. Черное что-то. Хорошо, сила моего намерения. Этот гудрон, который на бедра до бедер доходит, сила моего намерения, включающий внутренний белосет Антри, выдавливается полностью и формируется сейчас в шар перед ней. Есть. Отправляю шар в клетку тюрьму, даю команду сканеру на отключение этой голограммы вместе с сопутствующими да, и импортными команды. Готово. Хорошо, отправляю голограмму в клетку тюрьму. Есть. Хорошо. Антра так лучше. Скейнер сканирует все семь тонких тел антры. Находит все. Демон. Инкуб. Рептилоид в игры. Органические, неорганические? Маячки пошли. Один органический, второй нет. Хорошо. Один робот. Посмотрим, доживет ли робот до конца этого сеанса. Итак, демон считает цифры над головой. Герцовку. 14. Сколько ты находишься в этом биополе? У тебя есть контракт с этим человеком? Контракта нет. Четыре года. Четыре года. В квартире присутствуешь? присутствую это твой гудрон был да да какая его функция как он действовал он сладкий для меня ну, понятно как он для нее действует это депрессия депрессия собранная и сколько это гудрон уже находится подожди как это депрессия это что ее энергии ты хочешь сказать Такого быть не да. может она что произвела столько энергии что она в гудрон превратилась ее демон сконцентрировал гудрон. Он, он облизывает, перер... как он... пальцы, что у него там вкусное. Он переработал это в гудрон, да? А у него как, э, как порошка, типа что ли? Он добавил туда это стало густое все. Все понял, в желе превратилось. Понятно, хорошо. Фу. Инкуб, сколько ты находился в этом биополе? Четыре года. Хорошо, начинаем с реверсии энергии. С вопросами я буду продолжать в процессе чистки. Вы будете на них отвечать. Кто не отвечает, пожалеет. Я даю команду тонкой копии. Антры спроецирует все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низкоаборационную энергию в ее биополе. Каналы выстроились. В сущности, каждый подходит к своему каналу. Параллельно выстраиваю канал от антры к голограмме рептилоидов и ГРФ и к этому гудрону. И реверс. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение. Все чужеродные патогены низкой вибрационной энергии. Откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродное по отношению к антри Энергия страха, энергии неуверенности, энергии всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилие потоки в 50 раз. Хорошо. Кто еще присутствует в квартире Антры? Ко всем обращаюсь. Рахнует и рептилоид, рептилоид грей. Понятно. Сколько находился репт с Греями в этом биополе? 13 лет. Воровали биоматериал, частички души? Но они делали копии. Копии забирали уже на свою планету? Только одну. Что значит только одну? Сканер, просканируй, сколько полнота души у Антры? 78. Ничего себе. Только одну? 22% вы украли? 13 процентов находится в этом в этой голограмме в голограмме 13 процентов хорошо это тоже уйдет все нормально погуляли надо посмотреть заинтересуется ли межгалактическая полиция вами закончился реверс установили фильтры с золотой сеточкой на все каналы и в порядке реверса Антра забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошли энергии божественные и чистые. Один, два, три. Все, что не похитили, все, что у взяли, до последней капли возвращает Антра себе обратно на хозяйка своих энергий. Возвращает всю свою себе обратно. Вот эта голограмма, она полностью как копия ее сделана, где возвращается ее действие, чувства, эмоции. Свет возвращается, энергии по чакрам. Готово. Значит, мы все забрали. Сканер про сканер. Сколько сейчас полнота души у антры? 91. 91 процент. Значит, 9 процентов вы где-то растеряли. Вы хотите вернуть 9 процентов назад вашей души? Конечно, хочу. Вот это намерение сейчас сформулируйте полностью. Хочу вернуть мою душу. И я даю команду, выстраиваю сейчас канал от антры к ее частичкам души. Один, два, три каналы выстраиваются, и Андра забирает все частички своей души, которые она потеряла, которые у нее украли. Один, два, три. Все, до 100% возвращается назад. Да, будет так, а так и есть. Информация идет откуда? Биоматериал идет назад тоже. И биоматериал забираем тоже назад. Кто украл, Вера? Посмотри информацию. Рептилоиды, это, это их голограмма. Мы сейчас не голограммы забирали. Мы сейчас забирали... Я знаю, но они отправляли. То есть одно такое тело они уже отправили. Одну вы мне, голограмму. Вы мне только что сказали, что вы 12% воровали. Они а сказали, как... что в этой голограмме 13%. Кроме Хорошо. этой только одну. Хорошо. Все вернулось, Вера? Да. Сканер просканируй. Полноту души. 100%. Отлично. Все. Поехали дальше. Итак, начинаем с этого всего, что осталось. Начинаем тогда с Греев с рептилоидами. Грей, выходите, отключайтесь полностью. Ничего не забывайте. Аккуратненько все вытаскивайте. И так возвращайтесь, докладывайте о готовности к проверке. Приступайте. У них там какие-то как очень маленькие чипы, наночипы достают они с поличей. Все, голограмма отключена. Все вытащили? Да. Хорошо, идем дальше. Арахноид, выходи. Вытаскивай, все, что ты оставил, ничего не забывай. А у него вообще как колпак из сетки на голове? Сколько ты находился в биополе, арахнут? 12 лет. 12 лет. Какая радость. Человек точно 100% лярва должна быть. Демон, есть лярвы в биополе? Есть. Хочешь их получить? Если отдашь. Если будешь коммуницировать со мной и кооперировать и отвечать на вопросы, почему нет? Тебе она нужна, а мне нет. Могу я дать? Будешь как просто Хорошо, информации мне больше. Давай все. Инкуб. Выходи, отключайся полностью. Снимай все, что ты установил. Ничего не забывай. И возвращайся назад. у инкуба тоже есть накидка. Как она действовала? Делала человека невидимым? Отталкивала? Что она делала? Она скрывала ее привлекательность. То есть ты ее делал невидимой, Я только что спросил. Как? Для противоположного пола. Понятно, хорошо. Последние четыре года. Андра, пусть не удивляется, что так все было трудно. У инкуба есть такая специфика. Они могут делать человека или невидимым, или противоположному полу будет просто неприятно. И он не будет понимать, почему. Хорошо, вытаскивай все, выходи. Все Ди... сделал. Хорошо, Демон, давай, выходи. Отключайся ты, что у тебя там установлены рассказы. Как закончишь, докладывай мне. Я тебе на месте дам команду насчет лярв. Приступай. У него сапоги высокие снимает. А тяжело Шо что там, тяжесть была или раздражение? Чего больше? Утяжелялся? Тяжесть была и нежелание. Угу. Понятно. Апатия. Двигаться не хотелось. Хорошо. Все снял. Хорошо, разрешаю снять все лярвы. Снимаю ничего, не забывая, возвращайся назад. Посмотри, Вера, где там лярвы у нас? На сердце. Хорошо. Сердце еще что? Голова? 12, шесть. 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 хорошо, затылок, что еще? Ну, ноги, и это живота. понятно. Низ живота и сапоги, ноги. Или он все забирал уже оттуда? Он снял сапоги, лярвы снял тоже. Хорошо, возвращаясь назад. Итак, мы все вытащили. Включаем внутренний белый свет антри. И этим светом на из себя все негативные патогены низкой низкоаборационной энергии, находящиеся на так интерферентного их подключика. 1, 2, 3. Свет пошел, энергия выходит и формируется перед ней в шар. У нее такие какие-то боли остаточные выходят, Все, этот шар готово. Открывая под шаром портал «Галактическое ядро», и этот шар уходит на переработку, закрывая, печатаю, да Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Хорошо. Подхожу к кантри, помогаю моей энергии сделать импульс высокой обороты на шелку удара, отсигнуть все каналы к интерферентам и их подключкам. Один, два, три, удар. Отлетают каналы, Отстегивается, открывая портал галактическое ядро. Они все улетели на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Есть. Хорошо, демон. Тебя интересует эмоциональный фантом? Интересует. Тогда объясни мне, вернее, расскажешь мне, я буду перечислять частоты. Ты мне скажешь, какие из этих частот являются основными, из чего все вытекает. Итак, выходит эмоциональный фантом антри, проецируются все негативные программы, негативные мыслеформы, а также все низкое эмоциональной энергии злость проецируется на эмоциональном фантоме. Вышел фантом. Много? Да. Антра, вы готовы расстаться с этими энергиями, которые вы сами произвели? Готова. Хорошо, сворачивай энергии в шар. Демон забираешь? Забирает. Отправляет демона. Итак, я слушаю, что там? Разочарование, отчаяние. Отсюда все вытекает. Разочарование и отчаяние. Хорошо. Разочарование – это значит тогда, когда мы слишком много чего-то ожидаем и не согласны с результатом. Ну что ж, понятно. Хорошо, демон, ты все забрал. Я сейчас тебя отпущу в квартиру. Ты один там или еще черт есть? Отец. Ты мне покажешь порталы. Сначала собери все, что ты там оставил. И потом покажешь мне порталы. Когда я приду, я закрою портал и соберу тебе весь негатив еще, который в квартире. Устраивает вариант? Устраивает. Хорошо. И открывай сейчас портал в квартиру. Антри, один, два, три. И в этот портал уходит демон. Собирает все, дождается нас. Закрывая, печатая растворяй. И открывая второй портал в квартиру. То же самое касается арахноида рептилоидов, и рептилоидов греев. Вы соберете все, что вы оставили в квартире. И я проверю и отпущу вас. Все понятно? Понятно. Открывается портал в квартиру Антри, и арахноид с рептилоидом и греями уходит в этот портал. Закрывая, печатаю растворяй. Готово. И инкуп у нас остался. Хорошо, инкуп. Готовы уходить? Готов. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте инкуба. Один, два, три. Инкуб забирает все, что он принес и уходит на свою частоту, закрывая, печатая, растворяя. Есть. Под гудроном и голограммой открывая воронку в галактическое ядро, и они уходят на переработку, закрывая, печатая, растворяя. Есть. Хорошо. Поехали по частотам. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наилучшим образом. Один, два, три. Хорошо, Антра, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете после освобождения? Великолепно чувствую. Я вижу свои энергии. Они как лучше выходят из меня. Абсолютно. Разных цветов. Захотите больше о себе узнать, мы можем организовать вам встречу с вашим куратором, если захотите. Мы можем его пригласить, и вы зададите ему 10 своих вопросов. А сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему Биоробот Душа и сразу перейдем к чистке вашей квартиры. И для усвоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию антры в систему Биоробот Душа, заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга проходит полная синхронизация и гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключаемся от объекта. Квартиру Антре ты видела. На счет 3 ты стоишь перед входной дверью ее квартиры. Один, два, три. Ты перед дверью. Здесь? Входи в квартиру и я даю команду на счет 3... В клетку тюрьму. Пошел процесс. Клетка остановилась в зале. Хорошо. Рахноид, рептилоид, Грей. Да. да. Демон. Демон, две воронки и неупокойная душа. Две воронки и неупокойная душа. Хорошо. Под воронками открывая портал. Галактическое ядро 1, 2, 3. И эти две воронки уходят на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Арахноид, ты все собрал? Он все собрал, да, он звучит. Хорошо, готов уходить? Да больше не приходи. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте арахноида. Один, два, три. Арахноид забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту, закрывая, печатая растере. Готово. Хорошо, Рептулы с греем. Я повторяться не буду. Вы больше не придете, ни к этому человеку, ни в его квартиру. Все понятно? Да, не поняли, они сняли платость ее квартиры. По углам у нее был зал и спальня. Хорошо. Отлично. Открываются два портала наверху. Один на чистоте рептилоида один на чистоте Греев. Грей забирается, чтобы с собой принесли. Уходит в свой портал. Рептилоид уходит на свою чистоту. Закрывая опечатывай, растворяй оба портала. Готово. Хорошо, Димон, Я сейчас к тебе вернусь. Обращаясь к неупокойной душе, представься, как тебе обращаться. Кирим. Кирим. Да. Хорошо, Кирим. Это мужское или женское имя? Мужское. Мужское. Хорошо, Кирим. Как давно ты закончил свое земное существование, свою жизнь? 28 августа 1970 года. А что ж ты так долго находился здесь? Что случилось? Здесь я недолго. Здесь не в этой квартире, я имею в виду. Почему не ушел 50 лет назад? Я ушел, но не дошел. Что-то случилось? Или ты не нашел выход, или объяснил? Я повесился. Понятно. Этим я ушел. Понятно. Но землю ты не покинул, да? Я не покинул между мире Понятно. Как эти 50 лет было? Трудно? С другими душами общался. Понятно. И потом ты понял, или изъявил желание уйти на свою чистоту, да? В смысле, в чистилище. И продолжать дальше идти. Хотел посмотреть, что будет после смерти. И как? Получил опыт? Поделишься? Жалел потом. Понятно. Жалел. В каком возрасте ты закончил свою жизнь? Я видел боль людей, которые любили меня искренне. Поэтому жалел. Понимаю тебя. Сколько, в каком возрасте ты закончил свою жизнь самоубийством? Молодой. 24 года. А что было причиной твоего самоубийства? Какая-то несчастная любовь или что-то? Проблемы какие-то? Действительно молодой, 24 года. Наркотики. Понятно. Хорошо? Я okay. была в измененном состоянии. Ты не затащили отдавал... меня. Тебе еще помогли там кто-то, да? Да. Ладно, хорошо, Кирим, я не буду тебя больше мучить и задавать тебе вопросы, которые тебе наверняка неприятны. Ты пришел сюда для того, чтобы мы открыли тебе светлый портал в чистилище. Ты готов уходить? Я готов уходить. Открывается светлый портал в чистилище. Один, два, три. Мы желаем Криму всего наилучшего в его жизни. Он уходит в этот портал. Его встречает куратор, все, кого он знал и любил. На той стороне. Встречает его. Да, встречает. пришел. Отлично. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Наркотики. Вот так вот.